московский фестиваль евразийский. У него всегда традиционно представлено очень много картин азиатских. Не случайно здесь большая индийская программа. И это правильно, потому что сама Москва находится как бы в этом пространстве. Для НТВ, будьте добры, вечерние новости. Жена у нас две луна. Бокал Девиченко и Назаров, да? Кино, свои актеры, своя публика, свои зрители, которые тебя встречают, помнят и знают. Так же, как, наверное, в Каннах. Thank you.